It's the most wonderful time of the year. With the kids jingle belling and everyone telling you be of good cheer. It's the most. Привет, друзья! Сегодня у нас на дворе 26 декабря. А это значит, что сегодня знаменитый для Канады Boxing Day, который, в принципе, могу сказать так, что двоякое ощущение. Не то, чтобы у вас тут все практически бесплатно раздавали, просто есть скидки на какие-то товары. Иногда более удачные, иногда менее удачные. Нужно просто знать, что вам нужно, реальную цену этого продукта, и тогда вы будете знать, выгодная ли это для вас цена или нет. В данный момент мы направляемся конкретно в магазин Toys R Us детский для того, чтобы еду наконец-то купить, то, что мы не докупили еще на его день рождения. Мы надеемся, что что-то найдем. Да-да, нет-нет, купим так, как есть. Ну, с надеждой, что, возможно, будет более скидка какая-то большая. Еще Boxing Day настолько распространился, что уже решили делать не просто Boxing Day, а Boxing Week. Почти во всех магазинах в течение недели можно будет купить все по скидкам. Второй вопрос, что останется в стоке в течение недели и насколько аттрактивные цены останутся для продуктов, для вещей, продуктов, items, которые вы хотите купить. Все? Нет, а вот это я имею в виду, все вот это вот. I know, this thing could light up and if it glows. Star Wars какие-то. Какие? I like Latios. Сейчас мы в отделе покемонов. Yep. А вот за $11 можно купить 2 памперса для куклы. Какая прелесть. А нет, 6 дайперс. 6 памперсов. Боже мой. Ну чего только нету. Alive. Да, для определенных бэбис, для вот этих вот. Ребята, блин, меня надо вернуть в мое детство и в этот магазин и дать возможность моим родителям купить это все. Ужас. У меня игрушек было много, но таких не было ни у кого. Потому что их просто не было. Да, вот эта куколка купается с уточками. Такие пупсики маленькие всякие. Боже мой, вот это вот все просто прелесть. Куколки вот эти все. А эти пупсики, так мне понравился этот пупсик. Какой голюсенький, как зевой настоящий. $9. И набор одежды для кукол, и куклы, и еда, и косметика для куколок. Платится на выход. Короче, все, что хотите.